Смотри, сейчас будет набираться народ. Вот смотри, 8 человек смотрят, 57, 121, 192, 310. А что ты повторяешь? Ну, просто вот сюда смотри. Да я звоню, смотрю. Смотри. Ну, все, смотри. Сколько будет, как ты думаешь? Ну, думал где-то, ну, где-то 1500. 1500? Да. Ну, 1000 где-то. Да нет. Ну, вон, видишь, уже остановилась. Сейчас посмотрим. Так. Ну что, поздоровайся со всеми. Здравствуйте. Вот смотри, видишь, там пишут тебе приветик, привет. Ребят, всем привет. Сегодня прямой эфир будем проводить с братом. Кто не знает, это мой братишка младший, его зовут Мирон. Вот, так что сегодня в прямом эфире не ругаемся, пишем только хорошие вопросы. Ну и, собственно, погнали. Что вам вообще рассказать? Катюш, привет. Я приехал в Омск на каникулы, несказанно этому рад. Снимаем видео каждый день с братьями, пилим контент, стараемся для вас. Уже сняли первый социальный ролик, он сейчас в монтаже, так что скоро ждите его выхода. Много интересных всяких тем будем для вас снимать. И я уверен, что вам это все понравится. Да, Мирончик? Да. Кто в первом ролике снимался? А? Ну расскажи. Не помню. Ну как не помню? Ты же снимался. Малыш, ну ты расскажи, что ты снимался в первом ролике. Я снимался в первом ролике. Ну все, ну не стесняйся, что ты. Тату планируешь делать? Нет, тату делать я не планирую, пока мне и без тату хорошо. Среднего брата зовут Богдан. Еще будет трек? Да, трек будет. Сейчас мы работаем над минусом, над битом, или, господи, как он называется-то, эта тема, забыл, бит, по-моему, или нет. Ну, короче, над музыкой и над текстом. Когда все будет готово, после Нового года, мы начнем запись трека, и выйдет он где-то в феврале, наверное. Так, что-то у нас свет барахлит, ребят. Сейчас, подожди, малыш, свет надо починить. Так, все, обратно. Вроде свет сделали. Так что вот, по поводу трека ответил. Мирон красивый, конечно, красивый. До какого числа в Омске? Слушайте, я не знаю, честно, мне здесь очень нравится. Все-таки моя семья здесь, и я всегда себя здесь чувствовал комфортно. Поэтому, если у нас пойдут съемки, хорошо. Если будет много идей, потому что здесь, конечно, полегче с локацией. Там моя квартира. Здесь полегче с оператором. Я уже, кстати, нашел хорошего оператора, я вам его покажу. Вот, здесь совсем, в общем, полегче. Так что, может быть, я и на месяц в Омске останусь, не знаю. Так, что еще? Мирончик, ты что серьезный такой? Что-нибудь скажи. Всем привет! Всем привет! Как дела? Ну ты что, застесняшка, что ли? Ты маленькая застесняшка? Так, что еще вам интересного рассказать? Ну что, друзья, скоро Новый год, как у кого настроение? Предновогоднее вообще ощущается этот антураж. Все-таки в эту ночь происходит сказка. И, как говорится, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Вот я прошлый Новый год встретил, конечно, так, как бы вам мягко выразиться, противоречиво. И так я весь год и провел в каких-то непонятных качелях. Но теперь я сделал выводы. И этот Новый год мы проводим с семьей, со здоровым образом жизни, с бабками на карте. Так что, друзья, весь следующий год планируется быть таким же. Я буду встречать Новый год с семьей и вообще все свои праздники. Все, что время я нахожусь в Омске, я провожу с семьей. Мирон, ты в каком классе? Ну-ка, ответь. Первом. Нравится школа? Что вы в школе сейчас проходите?
математику, физру, русский, технологию, музыку, ИЗО, еще окружающий, ну и все, наверное. Ну все, молодец. И чтение. Все, красавчик, все рассказал. Так, с наступающим Новым годом. Привет, Мирон, вот здоровается с тобой. Здравствуйте. Здравствуйте, молодец. Миронча, маленький жук. Так что по Новому году сказал. Ребята, еще один вопрос у меня назревает. Поставьте, пожалуйста, палец вверх те, кто из города Омска. Давайте сейчас посмотрим, много ли вас здесь. Город Омск, пожалуйста, пальцы вверх. Очень нужно. Оп, смотрим. Смотрим. Если у вас сейчас наберется достаточное количество, задам вам один вопрос. А вы уже сами посчитаете нужным, ну, собственно, в каком направлении эта история будет развиваться. Давайте, ставьте пальцы вверх, ставьте, кто из города Омска. Ставим. Омск, Омская область. Ставим пальцы вверх, кто из города Омска. Оба. Ну, в общем, ладно. Я уже вижу, что народу достаточно много. Вот. Как вам такое предложение, чтобы после Нового года, числа, допустим, 3-го, 4-го, может быть, 5-го, устроить встречу с подписчиками? То есть с вами, мои любимые, дорогие. Я возьму своих братьев, ну, друзья там будут, чтобы как-то все это было удобнее, полегче, помогут все это организовать. И, собственно, проведем встречу, пообщаемся со всеми, сфотографируемся, отвечу на все вопросы, которые вас интересуют. Встреча, ну, наверное, в Меге, вот возле входа в Ашан, вот там соберемся. Там как-то места много, и мне кажется, ну, там будет очень удобно. Давайте, чем больше вы сейчас напишите, что хотите эту встречу, тем больше шансов, что она пройдет. Потому что если сейчас все напишут, что им это не интересно, то и смысла, конечно, нет. Омск, да, город Омск. Город Омск. Первые числа января, где-то 3, 4, 5, еще пока не выбрал, устроить встречу с подписчиками. Как вы на это смотрите? Город Омск. Да, Миронча? Ты поедешь на встречу? Да. Так, смотрим. Ну, в общем, что я вижу, есть люди, которым это интересно. Сейчас посмотрим, что будет в истории. Я выставлю опрос. Вот, как вы на это отреагируете? Сколько будет за, кто сколько против? И уже от этого будем отталкиваться тогда. А вообще, я скажу вам так, друзья. Скоро Новый год. Я вам всем желаю, чтобы в будущем году сбылись все ваши мечты, все ваши цели. Жизнь вообще штука прекрасная. И я надеюсь, что каждый из вас ее проживает с удовольствием, каждый из вас ее проживает так, как он хочет. Потому что возможности человеческие, они безграничны, и шанс стать тем, кем ты хочешь, есть абсолютно у каждого. Да, Мирош? Да. Ты кем хочешь стать? Не знаю. Ну-ка, расскажи братику. Ну, подумай. Пока еще не знаю. Пока еще не знаешь? Нет. Ну, а примерно вариант какой? Ну, что-нибудь. Я не могу решить. Ну, несколько вариантов назови. Ну, что это, спорт будет или работа? Ну, наверное, спорт. Спорт? Какой? Это так. Ну, может, хоккей. Хоккей? Угу.
На хоккей уже пора идти, если хочешь хоккеистом быть. Что, тебе уже 6 лет. Пора уже на хоккей идти, да, зайчонок? Угу. Ну угу. Ладно, мы этот вопрос обсудим. Брату, сколько брату лет? Ну-ка расскажи, сколько тебе лет? 6. Ой, да 7 уже. 7 лет уже исполнилось ему. 16 дней назад, да? Или да, 13 декабря был день рождения, исполнилось 7 лет, подарили самокат, подарили велик, полный фарш, короче. Братишки, да? Угу. Радостный такой. Богдан по делам поехал, там что-то у него торговля какая-то, он все что-то крутит, вертит, молодец. В 14 лет суетится уже. Оп, свет моргает. Так, ну что-то у нас свет перестал работать. Пошли мы, наверное, сейчас его починим. Че, рад был всех видеть. Мирончик, да. Ну-ка давай там всем закидывай привет. Здравствуйте. Ну, в смысле, уже пока. Скажи всем хорошего пока. Дня. Всем хорошего дня, до свидания. Все, пока-пока всем.